прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Представители МЧС, Химспас, а также главных предприятий округа доложили заместителю главы Александру Цуканову, как в округе осуществляют контроль над безопасностью. Как рассказал сотрудник муниципального предприятия «Жилищник», 440 подъездов их жилого фонда оснащено домофонами, остальные – механическими замками. Кроме того, почти 500 домов оборудованы камерами видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Сотрудники управляющих компаний на постоянной основе проверяют дома с высокой опасностью возгорания. Также в Химках ведут работу с сотрудниками предприятий, социальных и образовательных учреждений, доносят важную информацию о безопасности. А в территориальных управлениях созданы пожарные дружины, которые на добровольной основе помогают бороться с возгоранием до приезда пожарных. Попрошу вас все-таки отметить наиболее подготовленные пожарные дружины из числа территориальных управлений. И территориальные управления, где очень слабо организована работа в этом направлении. Здесь дело не в количестве, я имею в виду в качестве. То бишь, действительно, что люди профессионально подходят к этой тематике. Лучшая пожарная дружина на сегодняшний день находится в территориальном управлении Подрезково. Также отметили микрорайон Клязьма-Старбеева, где в команде работают 7 человек.